Здравствуйте, дорогие мои подписчики, коллеги и просто случайные зрители. Сегодня в моем выпуске я вам расскажу, как набрать 4000 часов просмотра на своем канале. Многие сейчас столкнулись с проблемой отключения монетизации. И, конечно, без исключения волнует вопрос, как решить данную сложившуюся проблему. Отключение монетизации. И, конечно, всех волнует данная проблема. Я тоже был в ступоре пару дней, и выход нашелся. Мир не без добрых людей, не перевелись еще у нас кулибины. И, как всегда, на помощь пришли наши друзья. Итак, я сейчас вам открою вам небольшой секрет, который и решит проблему с набором 4000 просмотров часов на вашем канале. Знакомьтесь, Георгий Горячевский, мой подписчик и хороший друг. Это его канал. Вы скажете, ну канал как канал. Таких каналов, скажем, очень и очень много. Но сейчас я вам покажу одно из его видео, которое поможет вам набрать 4000 просмотров. И, конечно, ссылка данного видео будет в описании. Мы переходим на видео. Тем, кому нужны 4000 часов, дорогие друзья, внимательно, именно внимательно слушаем и повторяем за Георгием все, что он вам расскажет. Я советую, нет, я рекомендую его канал. Конечно, я рекомендую всем моим подписчикам канал Георгия Горячевского, а также каналам, которые столкнулись с проблемой монетизации, набором часов просмотра и подписчиков. На канале Георгия Горячевского вы найдете все ответы на возникшие у вас вопросы. Итак, смотрим видео Георгия Горячевского. Повторяем все пошагово и идем к заветной цели 4000 часов просмотра и 1000 подписчиков на своем канале. Если вам было полезно это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и канал Георгия Горячевского. Пишите комментарии и, конечно же, свои отзывы. С вами был видеоканал Мэри Мирная и ваш покорный слуга за кадром Владимир Ковалев, видеооператор. И, конечно же, видеоканал Георгия Горячевского, который называется «Настоящая жизнь в своем доме». До свидания и до новых встреч. Спасибо всем, кто был сегодня с нами.